Уважаемый господин президент, дамы и господа, рады вновь принимать в России президента Турции. Отмечу, что многоплановое сотрудничество России и Турции, в основе которой лежат принципы добрососедства, партнерства и взаимные выгоды, успешно развиваются по всем направлениям. Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере. Обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки. При обсуждении двусторонних экономических связей с удовлетворением констатировали продолжающийся рост товарооборота. По итогам 2022 года он увеличился на 86% и достиг рекордных 62, но по некоторым данным статистики еще больше миллиардов долларов. А за первую половину текущего года вырос еще на 4%. Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют, рубля и лиры в коммерческих обменах. При этом доля доллара и евро во взаиморасчетах последовательно снижается. Наши центральные банки плотно занимаются вопросами развития корреспондентской сети между финансовыми и кредитными организациями двух стран. Подлинно стратегический характер носит российско-турецкое сотрудничество в энергетике. Росатом продолжает возводить первую в Турции АЭС Акую. Она будет состоять из 4 энергоблоков российского дизайна, общей мощностью 4800 мегаватт. Порядка 25 тысяч наших и турецких специалистов-атомщиков, инженеров, рабочих трудятся днем и ночью, чтобы пуск первого энергоблока станции состоялся уже в следующем 2024 году. В апреле этого года на Акую было завезено российское атомное топливо, и АЭС получила официальный статус ядерного объекта. Это присваивается МАГАТЭ, такой статус. Таким образом, Турция вступила в клуб государств, обладающих технологиями мирного атома. Наши страны также тесно взаимодействуют в газовой сфере. В прошлом году Россия поставила в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» 21,5 миллиард кубических метров газа. А за январь-август текущего года свыше 10 миллиардов кубометров. Подчеркну, Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того, готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны, там, где в этом партнеры заинтересованы. Именно с этой целью предложили создать на территории Турции региональный газовый хаб. «Газпром» передал компании «Баташ» проект «Дорожные карты» по реализации данного проекта. На повестке дня учреждения совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа. Хорошими темпами наращивается российско-турецкая кооперация в области сельского хозяйства. В минувшем году взаимные поставки продовольствия увеличились до 7,4 миллиарда долларов. В нынешнем году рост также продолжился. В январе-июле на 19%. Разумеется, затронули тематику и развитие туризма. В прошлом году Турцию посетили более 5 миллионов туристов из России, а за первую половину текущего года еще 2,2 миллиона россиян. Рассчитываем, что такая динамика сохранится и в дальнейшем. Наши профильные ведомства продолжат работу с властями Турции, направленную на то, чтобы пребывание в этой стране российских граждан было безопасным и комфортным. Турецкие друзья делают для этого все, что в их силах. Напомню о том, что Россия всегда дружески и по-партнерски стремится помогать Турции, в том числе, когда речь идет о природных катаклизмах и преодолении последствий стихийных бедствий. Сразу после февральского разрушительного землетрясения наша страна одной из первых направила в Турцию отряды спасателей и медицинский персонал. Столь же оперативно мы откликнулись и на запрос о предоставлении российских самолетов-амфибий Б-200 для ликвидации лесных пожаров на Эгейском побережье.
И, конечно, большое внимание в ходе переговоров мы уделили актуальным международным темам. В частности, ситуацию вокруг Украины. Естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой Черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Господин президент уделил этому значительное внимание. Как уже не раз говорил, нас просто вынудили принять это решение, я имею в виду Россию вынудили, так как западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки. То есть отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок. Причем пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов. Но это не может быть терпимым дальше. Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках. Это я хотел бы подчеркнуть особо, чтобы на этот счет не говорили. Цены на зерновые продолжают снижаться. Физического недостатка в продовольствии нет. Есть проблемы с его справедливым распределением. Это да, но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой. Не видим в этом ничего удивительного, потому что доля, скажем, Украины в мировом зерновом экспорте как была 5%, так и остается такой. А в нынешних условиях будет сокращаться. Запад, мягко говоря, нас обманывал насчет гуманитарных целей Черноморской инициативы по оказанию содействия развивающимся странам, поскольку из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70%, хочу это подчеркнуть еще раз, более 70% поступили в обеспеченные страны, и прежде всего в страны Евросоюза. Тогда как на долю действительно нуждающихся в продовольственной помощи государств пришлось лишь 3%, то есть это меньше 1 миллиона тонн. Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию. Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции. Со своей стороны, Россия, несмотря на все чинимые препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. В этих целях продолжили, в частности, организовать поставки 1 миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны. Но, кстати говоря, мы близки к завершению договоренности с 6 африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно и даже осуществить поставку, логистику бесплатно, доставить этот груз. Переговоры практически близки к завершению. В ближайшие там пару-тройку недель поставка начнется. В ходе переговоров обсудили также вопросы, касающиеся сирийского урегулирования. Мы очень ценим наше сотрудничество с Турецкой Республикой на данном направлении. В частности, конструктивно взаимодействуем в рамках Астанинского формата, на сегодняшний день наиболее эффективного механизма международных консультаций по Сирии. Важно, что мы разделяем базовые подходы к разрешению сирийского кризиса, такие как уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны. Понимаем, что для запуска полномасштабного восстановления этой страны необходимо достичь национального примирения и согласия. И исходим из того, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы без навязывания извне каких-либо готовых рецептов или моделей. При обмене мнениями по ситуации в Ливии подтверждена приверженность комплексному урегулированию многолетнего кризиса в этой стране на основе переговоров и поиска компромиссов, избегая вспышек насилия и не допуская распада ливийского государства.
В целом, считаю, что состоявшаяся сверка часов по упомянутым и другим региональным сюжетам была весьма полезной. И в заключение хотел бы еще раз выразить признательность президенту Турции господину Эрдогану за совместную работу, за содержательный и продуктивный диалог. Без сомнения, сегодняшние переговоры послужат дальнейшему развитию российско-турецкого партнерства во всех областях. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Sayın Devlet Başkanı, saygıdeğer heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli dostum, Sayın Putin'e nazik daveti ve misafirperverliği için tekrar teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle 6 Şubat depremleriyle son aylarda yaşanan orman yangınları sırasında verdikleri destek ve sergiledikleri dayanışma için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kendisiyle son olarak geçtiğimiz yıl Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı vesilesiyle bir araya gelmiştik. O günden bugüne kadar Sayın Putin'le daima yakın telefon diplomasisiyle diyalog içinde olduk. Bugün gerek ikili, gerekse heyetlerimizin katılımıyla yaptığımız görüşmelerde gündemimizdeki konuları ele aldık. Ticaret, enerji, tarım, turizm, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok boyutlu işbirliğimizi daha da güçlendirmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 69 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Turizmde bu yılda oldukça başarılı bir sezon geçiriyoruz. 2022 yılında 5 milyon 230 bin Rus vatandaşını ülkemizde ağırlamıştık. Bu yılın ilk 7 ayında ise 3,5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Bu sayının kalan dönemde daha da artacağına inanıyorum. Üzerinde özellikle durduğumuz konulardan biri Karadeniz girişiminin yeniden canlandırılması oldu. Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ofis açma kararından memnuniyet duyduk. Karadeniz girişimi küresel gıda kriziyle mücadelede anahtar rol oynadı. Özellikle Afrika gibi tahıla en çok ihtiyaç duyanlar için bir nefes borusu oldu. Gündeme getirilen alternatif öneriler Karadeniz girişimi gibi sürdürülebilir, güvenli ve taraflar arası işbirliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır. Rusya'nın girişimin yeniden başlaması noktasındaki beklentileri tüm tarafların malumudur. Rus dostlarımızın dile getirdiği hususları biz de farklı vesilelerle ifade ettik, ediyoruz. Eksiklerin giderilerek girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi değerli dostumla da samimiyetle ikili görüşmemizde paylaştım. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'le bir istişare önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Değerli basın mensupları, bölgemizde kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisine yönelik çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız. Devam eden çatışmaların bir an önce uluslararası hukuk temelinde kalıcı ve adil bir barışla sona erdirilmesini arzu ediyoruz. Her konuşmamda vurguluyorum. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.
bu ilkesel yaklaşımımızı aynen muhafaza ediyoruz. Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yine yapmaya hazırız. Sayın Putin'le diğer bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Bu kapsamda Suriye, Güney Kafkasya, Libya ile Afrika'daki son gelişmeleri değerlendirdik. İkili ilişkilerimizi bugüne kadar iyi komşuluk, dostluk, samimiyet ilkeleri temelinde ülkelerimizin ve bölgemizin çıkarına hizmet edecek şekilde ilerlettik. Bu temel üzerine inşa edilen Türk-Rus münasebetlerinin faydalarını çok geniş bir alanda gördük, görüyoruz. Rusya ile yakın temasımız bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sunmayı sürdürecektir. Özellikle Akkuyu nükleer enerji santrali malum son şiddetiyle yürüyor. İkinci bir adım olarak da yine Sinop nükleer enerji santrali konusunu bugün değerli dostumla ele aldık. Ve bu alanda da atılacak bir adımla Türkiye sınıf atlayacaktır. Sözlerime burada son verirken Sayın Putin'e şahsıma ve heyetime göstermiş olduğu hüsnü kabul sebebiyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Ziyaretimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını özellikle diliyorum. Сейчас турецкие и российские журналисты по одному вопросу смогут задать. Начинаем с наших гостей. От турецких журналистов, пожалуйста, предоставьте слово. Anadolu Ajansı Ali Cura. Sayın sorum hem Sayın Erdoğan'a hem Sayın Putin'e olacak. Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların durması için, kalıcı bir barışın sağlanması için Sayın Erdoğan siz büyük bir diplomatik çaba sarf ediyorsunuz. Bu görüşmede ateşkesin sağlanması ve bir müzakere masası kurulması için somut bir öneriniz oldu mu? Gospodin Putin, у меня вопрос на русском. В чем важность продолжения Черноморской инициативы для России и для Черноморского региона? Считаете ли вы, что она должна быть продолжена? Спасибо. Что касается усилий президента Эрдогана по урегулированию кризиса вокруг Украины, то он всегда уделял этому и уделяет, и сегодня уделял этому большое внимание, в том числе и в разговорах с глазу на глаз. Но мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегацией, но затем Украина отправила их на свалку. Просто к этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем. А что касается посреднических услуг, то мы никогда от них не отказывались. Мы знаем и о посреднических предложениях и инициативах Китайской Народной Республики, африканских государств. Ну, конечно, мы благодарны и президенту Турции за его усилия на этом направлении. Теперь, что касается возобновления этой зерновой сделки. Я уже об этом сказал, мне здесь вряд ли что-то удастся добавить. Мы изначально согласились в ней участвовать, в том числе и потому, что согласовали, опять же, при посредничестве президента Турции с Организацией Объединенных Наций, согласовали исполнение ряда обязательств в интересах российской стороны. После того, как сделка подошла к концу, а никаких обязательств в отношении России исполнено не было, нас попросили продлить ее, наше участие в ней попросили продлить.
опять же, с обещанием немедленно все исполним. Мы продлили. Опять ничего никто не сделал. Потом нас попросили в третий раз продлить наше участие с обещанием исполнить данные нам обязательства. И, как водится, часто так бывает с нашими западными партнерами, они нас опять надули, опять ничего не сделали. Ну, все. Теперь мы говорим, мы не против этой сделки. Мы готовы в нее немедленно вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания. Вот и все. Вот сегодня исполнят обещание. Там, в течение ближайших нескольких дней мы вернемся в полном объеме, будем выполнять все, что от нас хотят. Что же здесь добавить? Ну, если только добавить, что мы всегда договаривались о том, что вот эти коридоры, предназначенные для вывоза продовольствия, не должны использоваться в военных целях. Ну, а они, к сожалению, используются другой стороной. Мы это видим. Так же, как и предпринимаются попытки атак на турецкий поток и на голубой поток, по которым поставляется газ в Турецкую республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из портов, украинских портов, черноморских. Ну вот, надо обо всем договориться, на том, что ничего подобного происходить дальше не будет, а обещания, данные России, будут исполнены. Все, мы вернемся. У нас здесь нет никаких проблем, просто никаких проблем. У нас хороший урожай будет в этом году, где-то вот в прошлом году 158 миллионов тонн был, в этом году где-то 130 будет, да? Экспортный потенциал тоже сохранится где-то на уровне 60 миллионов, наверное, да? Дальше будет 60 миллионов тонн экспортный потенциал. Турция наш большой партнер, в Турции большая перерабатывающая мукомольная промышленность, мы это знаем, полностью обеспечим потребности Турецкой Республики. И готовы вместе продвигать, ну вот, как господин президент настаивает, и Черноморской инициативе вернуться, поставлять вместе с Турцией, с Катаром, беднейшие страны. Ну и самостоятельно начнем сейчас беднейшим странам 25-50, поскольку 50 миллионов, да? От 25 до 50 миллионов тонн будем поставлять в 6 стран африканских бесплатно. Вот вся... Да, да, 1000 тонн будем поставлять бесплатно. Вот прямо в ближайшие дни. Мы готовы, хотим работать, работаем и будем работать по всем этим направлениям. Evet, Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi, özellikle tabii Ukrayna'nın burada Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki yumuşatması gerekiyor. Özellikle şu an itibariyle Karadeniz tahıl koridorundan en az gelişmiş fakir garip kuraba Afrika ülkelerine gönderilecek tahıl önemli. Ama buradan çıkacak tahılın %44'ü Avrupa ülkelerine giderse buna tabii haklı olarak Rusya olumlu bakmıyor. Buradan zaten %14 filan Türkiye'ye gönderiliyordu. Bunun dışında işte %6 bu civarda Afrika ülkeleri. Tabii bu ister istemez Rusya'yı da biz fakir ülkelere bunu göndermek istiyoruz. Ve bugünkü yaptığımız görüşmede de Sayın Putin hatta biz 1 milyon ton fakir ülkelere bu tahılı göndermeye varız. Bunun bütün lojistik çalışmalarını da yaptık ve bu lojistik çalışmalarıyla bu adımı atmaya hazırız dediler. Biz de kendilerine burada üzerimize ne görev düşüyorsa Türkiye olarak biz de buna varız. Ve sizden gelecek olan bu tahılları biz fabrikasyon olarak değirmenlerimizde öğüterek un şeklinde fakir
Afrika ülkelerine gönderebiliriz dedik ve bu konularda da mutabık kaldık. Temennim odur ki Sayın Putin de Afrika ülkelerinden bu talepleri süratle yerine getirir ki 6 tane ülkeden özellikle bahsediyor. Temennim odur. Bu adımları da müşterek atma durumunda oluruz. Пожалуйста, от российской стороны дайте микрофон. Агентство Интерфакс, здравствуйте. У меня будет два вопроса. Один обоим президентам, уточняющий. Вы сейчас говорили о вывозе зерна с участием Катара. Вот уточняющий вопрос, может ли этот вариант стать полноценной заменой, либо частичной заменой зерновой сделки, ее механизму. И второй вопрос господину Путину. Господин президент, сейчас многие источники сообщают о пробуксовке, в том числе западные источники, о пробуксовке украинского наступления. Вот в связи с этим вопрос, как вы оцените обстановку в зоне боевых действий и сохраняет ли Россия на этом фоне готовность к тем или иным переговорам для политико-дипломатического урегулирования ситуации? Что касается зерна, опять, если к нему вернуться, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и с Катаром, возможно, с Катаром по поставке 1 000 000 тонн зерна как альтернативу Черноморской зерновой сделки. Там есть же еще и Украина, у которой есть свои интересы. Мы это все прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет. Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны огромный вклад. Это было бы с нашей стороны огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь. Вот. Что касается пробуксовки и контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так. Но хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся, и господин президент ставил эти вопросы сегодня в ходе нашей встречи. Я ему это подтверждаю. Evet, yani Katar'ın özellikle bu fakir en az gelişmiş Afrika ülkelerine tahılın özellikle un haline getirilerek gönderilmesi noktasında mali destek verme bakımından yani Rusya, Türkiye, Katar üçlüsü olarak katılabiliriz diyorlar. Ve böyle bir adımı atmak suretiyle temenni ediyorum ki en az gelişmiş Afrika ülkelerinin bizler de yanında oluruz. Teşekkür ediyorum. Большое спасибо за все. Ben de en kısa zamanda bekliyorum. Самое кратчайшее время, что у вас усе. Спасибо большое. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Счастливой дороги. İyi yolculuklar diliyorum. Ben Sparta Prag'taki okulcum. Adı sizin futbolista. Обязательно сообщим ему имя, фамилию. Зачем еще это можем сделать? Пусть выбирает. Ну, ставите. Илитинес. Я забыл, Ибрагима спросить. Обязательно передам. Договорились. Anlaştık. Будем в контакте. Счастливой дороги. Temas halinde olalım.